Вот, смотрите, тут есть примерчик. Торговал в течение недели плюс-минус, плюс-минус. И вот, значит, 24 апреля распределение прибыли будет рассчитано следующим образом. Ну, короче, вот за неделю чистая прибыль 550. Потом зачем-то они считают общую сумму удержания только с прибыльных сделок 110 из ДТ. И потом фактическая прибыль, разделенная с литрейдером 550. Ну да, с учетом минусов. То есть вознаграждение этого литрейдера 10%. То есть ему причитается 55. И тут возвращено копитрейдеру вот эти убыточные, которые были 55. И программисты или кто там придумал эту схему, выебнутые, неужели нельзя было проще сделать? Зачем возвращать, когда можно просто вычитать меньше? Зачем так все запутано? Возвращено копитрейдеру. Надо все проверять, действительно ли возвращено. Высчитывать на калькуляторе. Не, ну правда непонятно, ребята. Зачем? Зачем все, вы так все усложняете? Но возьмите вот чистые прибыли и убытки за период расчета. У них недельные периоды расчета. Возьмите вот с 550 10%. И не надо ничего возвращать. Че так сложно-то все? Ух ты, на минус 1000 наторговал, бедный. Минус 1000, ноль. Естественно, с убыточных позиций вознаграждение не за что давать литрейдеру. Так, вот тут что-то странно. Вот плюс 300 наторговал. Так вообще что тут? Нет данных. А, позиции не открывались. 20, 30. 50, 10, 30. 20, 30, 50, 10. Ага, 30 где? Понедельник, а тут? Начали вы откуда? Тоже с понедельника. Ага. Понедельник, это начинается новый цикл расчета. Понедельник. 30. 30, получается, они не учитывают. Ну, хоть так. Так, а там 100, что он 1000 заработал. Не понял, 100-то откуда взялось. А. Ну да, 100 взялось в воскресенье. Ну, короче, вот так вот. Получается, как в Бинхиксе, еженедельная общая прибыль. В Бинхиксе, ну, там у них каждое воскресенье после 19:00 в течение 15 минут вознаграждение прилетает литрейдеру от копитрейдера. Но у них там наоборот, у них копитрейдер это литрейдер, а
копиисты, это копитрейдеры. Пиздец, когда ж вы в терминах договоритесь-то между собой? Вот, а тут в понедельник, в 0 часов, когда все спят, чтобы это... Чтобы сложнее было перепроверить там. То есть понедельник день тяжелый, вы на работу пошли, отпахали там неделю. И такие, все откладываете, да-да, перепроверю вознаграждение, перепроверю всю неделю, а потом забыли. Удобно. Вот, и как я говорил, в Бинг-Иксе еженедельно с общей прибыли берется. Только как-то через жопу с возвращением убыточных. Вот как проверить сумму распределения прибыли, это для лид-трейдера уже информация. А в лид-трейдеры, чтобы попасть, там надо вообще огонь и воду, огни и воду пройти, там на большой объем торговать и так далее. Это не для, вот эта информация не для нас, как проверить сумму распределения. Для нас, вот. Всем пока.